Майнкрафт, но я должен спасти мир от монстра. Из фильма «Тихое место». И моя цель — спасти мир. Кстати, ребят, кто еще не прожал лайк, прожмите и подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Но сейчас, ребят, я заспавнился возле монстра. И, кстати, монстр находится возле разрушенного портала. Возможно, там что-то есть, что поможет мне убить монстра. Но я не знаю, смогу ли я убить монстра, потому что монстр очень сильный и, возможно, даже убивает с одного удара. А, кстати, ребят, забыл сказать, этот монстр очень быстро передвигается. Так что нужно очень осторожно. Сейчас залутаю сундук. И вы смотрите, здесь есть предметы. Кстати, очень хорошие предметы, потому что они сейчас мне помогут. Сейчас попробуем из лука в него выстрелить. И вы смотрите, он уворачивается от любых стрел. Это очень жестко, потому что я не хочу к нему подходить, но придется. Так, сейчас в мою сторону идет зомбик, нужно его убить. А потом напасть на монстра. Кстати, ребят, подписывайтесь на мой телеграм, ссылочка в комментариях. Так, я нанес ему удар, и сейчас убегаем. Главное, чтобы он меня не убил.